Всем привет! И вы попали на канал StarCat. Вы смотрите новогоднюю неделю видео. И сегодня я снимаю распаковку, точнее даже обзор на подарки. Эти подарки мне подарила моя лучшая подружка, моя зайка. Ее зовут Ася. Мы с ней, к сожалению, из разных стран, но мы все равно нашли способ, как обменяться подарками. Мы заказали друг другу на Новый год подарки через сайт Wildberries. И сегодня я снимаю на них обзор. Поверьте мне, тут есть на что посмотреть. Не будем вас томить и поехали! Я решила убрать диванчик, чтобы мне было больше места показывать вам вещи. Также я бы еще хотела сказать, что это видео не просто обзор на подарки. Здесь я еще буду показывать вам свою новую елочку, помимо той елки, которую мы нарядили в прошлом, ну, в одном из прошлых видео. Поэтому сначала покажу вам подарки, потом уже буду показывать процесс наряжание елочки. Итак, давайте начнем. Все подарки тесно связаны с темой LPS. Именно поэтому я покажу вам первое. Это вот такой вот набор заколочек. Этот набор я уже распаковала. И этот набор с моим любимым героем из мультика. Это Минка Марк. Здесь идет в наборчике кольцо. И две вот такие вот заколочки с Зоуи. Зоуи — это любимый персонаж моей подруги. Я ей подарила как раз таки плюшевую Зоуи. Вот такой вот наборчик, я буду обязательно его использовать. И давайте я вам открою и покажу кое-что. Здесь такая милая наклеечка. Вот так вот без пленки. Вот такое вот, ребятки, колечко. Я хотела вам показать, что вот эти вот штучки, они снимаются. Я могу спокойно поменять кругляшочек с заколки с Зоуи, то есть сделать кольцо с Зоуи. Сейчас вам покажу, кольцо безразмерное, поэтому его можно носить как на детской ручке, так и на взрослой. Вот, эти штучки снимаются, поэтому я могу одеть хоть кольцо с чем угодно. Такой вот, ребятки, у нас чудесный набор заколочки с Зоуи и колечко с Минкой. Просто чудо. Следующий набор — это тоже заколочки, только заколочки здесь с Блайз. И я переставила, здесь были две заколочки с Блайз. Просто чудесные заколочки с Минкой. Этот персонаж мой любимый. В этом видео вы поймете, насколько сильно я этого персонажа люблю. Асенька, спасибо тебе большое за все подарки, что ты для меня сделала. Я очень это ценю. Спасибо тебе огромное. Для меня больше, чем ты, никто не делал. Никто не дарил мне настолько миленькие и приятные вещи. Давайте дальше показывать. Я просто отпадная вещь с пэтами. Как я уже сказала, все вещи соприкасаются с темой LPS. С чем бы вы думали это, ребятки? Это вот такая вот чудесная брошка. И с кем бы вы думали? С Минкой Марк. У нее, кстати, такая же брошка есть. Вот, это чудесная брошка. Она мне так нравится. То есть это и брошка, и заколка одновременно. Я ее буду использовать. Обязательно буду ее носить. И одену ее даже на Новый год. Просто я буду вся в заколках с брошкой. Ребятки, я думаю, вам уже все понятно. Следующая нераспакованная вещь, я специально их не распаковывала до этого видео, я получила их еще 15 декабря. Чё бы вы думали, ребятки, просто вот. Я вам даю 3 секунды на то, чтобы вы догадались, что это такое. Раз, два, три, показываю. Та-да! Ободок, с кем бы вы, ребята, думали? Минка Марк! У меня все с Минкой. У меня, кстати, я себе заказывала точно такой же ободок. И ей такой же заказала. У моего ободка, который я подарю моей племяннице. Ну, нате боже, что нам не хуже, как говорится. У моего ободка и ободка у Аси, у этих ободков была поломана брошка. А вот именно у этого ободка брошка нормальная, не оторванная. То есть ей не надо приклеивать. Просто мне так повезло. Давайте все распакуем.
Я говорила, я люблю Минку Марк. У меня уже по итогу сегодняшнего видео есть заколка с Минкой Марк, кольцо с Минкой Марк, брошка с Минкой Марк и ободок с Минкой Марк, тоже от той же самой фирмы. Она решила купить абсолютно все, связанное с пэтами от этой фирмы. Зоя, блин, спасибо тебе большое. Господи, я не могу. Ребятки, я думаю, всех этих вещей уже было бы достаточно для меня, чтобы просто впасть в огромный шок. Но нет. Ася пошла дальше и подарила мне самую вещь офигенную, которую я ни в жизни не ожидала. Давайте я вам ее покажу. И та-да-да-дам! Вы не поняли, но вы сейчас все поймете. Минка Марк! Гигантская, плюшевая, ужасно дорогущая Минка Марк. Колок, брошек, колец, ободков было мало. Она решила подарить мне Минку Марк. Просто решила скупить все, что связано с пэтами, связанное с Минкой Марк. Я не знаю просто. Зоя. Считаю, что это настоящая дружба. Желаю всем таких друзей, как у меня. Мое солнышко. Она такая чудесная. Посмотрите, как красиво она переливается на фоне новогоднего дождика. Асенька, если ты смотришь, спасибо, что ты отправила меня Ангелине. Даже это, ребят, еще не все. Дело в том, что моя подруга увлекается куклами Enchantimals. Она посвятила меня в эту тему, я сказала ей, что мне нравится одна из кукол. Просто нравится, без намека на что-либо. Че вы думаете, ребят? Че вы думаете просто? Она мне подарила... Ба-ба-ба-бам! Ба-ба-ба-бам! Она мне всерьез подарила куклу Enchantimals, хотя я как бы собиралась ей подарить... Просто я решила подарить ей плюшевую Зоу из пэтов. Она подарила мне куклу Enchantimals. Господи, посмотрите, с кем она идет в комплекте. Это же зайчик. Следующий год у нас год зайчика. И она сама кукла-зайчик. Господи, я не могу. Посмотрите на эту шикарную куклу. Господи, я не могу. Эту куклу, кстати говоря, я поставлю себе под елку и открою ее 31 декабря. Хотя мне так жалко ее открывать. Она такая шикарная в коробке. Даже это еще не все. Она потратила пол зарплаты мне на подарки. Я просто в шоке. Я не знаю, ребятки, этот год, он хоть и с негативными, ну, с негативными моментами, но он такой волшебный. В этом году люди, как никто раньше, много реально делали для меня. Давайте я вам покажу последнюю вещь, которую она мне подарила. Куколка, пойдем со мной, я тебя поставлю под елочку. Пойдем, 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 пойдем. Вещь, ребятки, я забрала только сегодня, не так давно. И это у нас... Это вещь, от которой я вообще офигела. И это у нас... Сумочка! Сумочка с пэтами Зоуи, с ее любимым персонажем. Она мне подарила сумочку. Тут еще в наборе есть открытка новогодняя и магнит новогодний. Вы посмотрите просто. Вот такая вот классная сумочка. Давайте откроем, я вам все покажу. И просто вот в этой сумочке я буду хранить все подарки от нее. Заколочки. Все-все-все буду от нее хранить. Давайте же откроем эту сумочку. Хотела показать вам ее здесь, чтобы в кадре, она слишком большая. Вот такая вот сумочка у нас, ребятки, она очень классная. Вот надо развязать. Тут бирочка с пэтами официальная, то есть она покупала это в официальном магазине на Вайлдберрисе. Посмотрите, какая шикарная сумка, она такая большая, вместительная. Сюда, наверное, пэтов, наверное, 200 поместиться могут, посмотрите. Она реально очень большая. Ребятки, что поместилось в эту сумочку, что я положила, это Минку Марк. Она, конечно, не помещается полностью, но она прям поместилась, если постараться, можно и ее запихнуть. То есть она прям вместительная сумка, я буду обязательно ее носить. Асенька, спасибо тебе большое. Минка, выйди из сумочки. Вот, посмотрите, какая она вместительная. Асенька, спасибо тебе большое за все подарки, что ты для меня сделала. Реально, это прям очень много. Эту сумку я буду обязательно носить. Спасибо тебе большое. Еще, ребятки, в подарок к этой сумочке шел вот такой вот замечательный объемный магнитик. Вы посмотрите, объемный магнитик с мишкой.
Он прям классный. Я прям буду его использовать. Повешу на холодильник этот магнитик. И просто это прям очень классный магнитик. Я, скорее всего, закажу тоже такую же сумочку для нее. И я тоже буду радовать ее подарками, естественно. Также, ребят, последнее, что я вам сегодня покажу, тоже очень классное, приятное. Это вот такая вот открытка веселого Нового года с Дедушкой Морозом. Видите, она с блестками. Какие-то части, какая-то часть блестящая, какая-то нет. Вот. Прям так пахнет новым, новой типографией. Я очень люблю такой запах. И в ней написано вот что. В ней написаны пожелания. Я эту открытку тоже оставлю, конечно же, как память. Тут клуб поклонников Нинки Марк, походу. Ладно, ребятки, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо большое за просмотр. Асеньке спасибо большое за вот это вот все чудо, что ты нам подарила на Новый год. Это просто прекрасно. Вы посмотрите, тут вот все с Нинкой Марк. И заколочки, и кольцо с Нинкой Марк, и брошка, и ободок с Нинкой Марк. И у меня еще от старого ободка есть брошка, надо было сюда ее тоже положить. И подарки — это большая Минка кукла и сумочка. Я не стала сюда ложить, чтобы... потому что тут все бы не поместилось. Но, тем не менее, спасибо тебе большое за все, дорогая моя. Я тебя очень сильно люблю, спасибо! А вам спасибо за просмотр, дорогие подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также на канал Аси, она оставит здесь комментарии. Всем удачи и всем пока-пока! Я пошла все это раскладывать в свою новую сумочку. И все это я буду одевать на Новый год. Ой, я такая довольная! Всем пока, ребятки, я пойду. Пока! Минка, пошли!